Драфт у нас пошел, господа, и мы, собственно, мы попадаем в игру. Так, в игре у нас команда Na'Vi против команды Easy Over играет. Na'Vi и KB. Какие-то ребятушки собрались поиграть, попробовать свои силы. И вот, слушайте, Сайленсер опять первым баном. Что такое? Что-то знает, наверное, об этом Сайленсере. Почему он такой страшный, злой и вообще... Чем он опасен? Ну, не знаю. Ну, в принципе, герой-то хороший, но... Знаете, если говорить вот о проблемах героев, то у Сайленсера проблема в том, что у него нету эскейпов. Как дэмэдж-дилер он неплох. Вот, например, сравнивать его с Outwool Devourer. С Devourer, так вот, если его сравнивать, то он может быть даже по дэмэджу и больше, даже и лучше там дамажит, чем Devourer. Ну, теоретически, там, якобы, да. Но у Devourer, как минимум, эскейп есть. Вот этот вот тот самый Astral Imprisonment. У Сайленсера эскейпов нет, вот поэтому, если его зацепили, то все, как бы, то он уже приехал. И получается, ему какой-то БКБ надо, и то для БКБ он все равно танковат. Ну, то есть, да, БКБ хорошо там, но у него там, типа, 1500-2000 хп, а что ты с ними сделаешь? Ну, 1500-2000, это я, конечно, разогнался, так я бы больше, наверное, 1000-1200, вот так вот. Потому что 1500 хп для Сайленсера это... Ну, и Тайдхантерам отвечают, хорошо. Тайдхантером, еще кем-то, но судя и об одном, судя по тому, как вообще команда играла, команда Easy Over играла до этого, они будут играть точно так же, Брюмастер, Doom, и потом будет еще Undying вместе с Веномансером, там, либо Crystal Maiden. Перешли мы к банам, и баны у нас вот какие. Вивер. Вот так вот, Вивер. Ну да, Вивер был бы неприятен. Но, в принципе, Easy Over не боятся этого тогда, потому что они сходу хотят пушить. Они сходу хотят играть агрессивную доту. Вот то, что сейчас исповедует команда BBC. Поэтому я их, в принципе, понимаю. Тогда им с Абадоном бояться особо и не следует. Да, Абадон будет, в принципе, там неприятен. В какой-то мере, но... Опять-таки... ультимейт вот этот вот его решать сильно не будет, так как и ультимейт Тайдхантера тоже решать не будет. Я даже, может быть, в некоторой степени и не уверен, что Тайдхантер с Абадоном доживут до своих ультимейтов. Ну, хотя, если там совсем будет агрессивная, активная такая дота, то дожить, конечно же, могут. Посмотрим. Самое главное, чтобы Na'Vi были готовы вот к этому повороту событий. Банят еще и Дазла, ну, чтобы совсем там не было... супер-пупер под сейвом. Ну, хотя можно какого-то еще там, типа, Вич-Доктор взять и Нигму решить взять. Ну, типа, Тайдхантер, Нигма, хорошо. Отлично. Отлично, но, опять-таки, этим персонажам надо много фармить. Ну, и Нигме, и Тайду, на самом деле, вот, чтобы нафармить на Аркан Буцы и на Блинк Даггер, довольно много надо денег. А Нигме еще и БКБ желательно иметь, и Вайпера они взяли. Вайпера в прошлый раз сами Изи Овер банили, ну, потому что неприятен. Ну, надо сейчас зомби сразу же забирать тогда. Все равно последний пик будет за ними, и там на последний пик, ну, Дум, кстати, есть. Вот Дум будет этого Вайпера, который будет Меку собирать. Я вам гарантирую, ребята, вот этот Вайпер, он пойдет собирать Меку. И будет получать сразу в лицо Дума. Просто вот по лицу будет получать. Сразу же Вайпер, Дум, Вайпер, Дум. Мека, где Мека? На Вайпере? Где Мека на Вайпере? Дум на Вайпере, понимаете? Вот так примерно это будет происходить. Ну или хотя Doom, тут, в принципе, и Тайдхантер может получать порцию ненависти от Дума или Абадон. Они тоже полезные товарищи. Ну, Вайпер, наверное, пополезнее будет с Меккой там. Ну что, мы перешли к банам, к заключительным. И это Тимбер. И еще кто-то. Так, а кто у нас был саппортом в прошлой игре? Был Веномансер, Undying и... Дум был лесной. А, еще был Кэрри, Вряскинг был Кэрри. Угу. Ну, может быть, сейчас тоже пикнуть Кэрри, но... ну, там будет, наверное, отталкиваться вот от того Кэрри, которого возьмут, от последнего пика команды Na'Vi. Потому что в прошлый раз был Вряскинг, в этот раз может быть что-то другое. И мы пока этого не знаем. Ну, по линиям то же самое будет, наверное, что и в прошлой игре. Брюмастер будет в центре, Doom какой-то лесной, и Веномастер с Undying в сложную. Что же касается команды Na'Vi и КБ, то у них
Ну вот, ну, Бристлбэк, да, берут того, чтобы контрить Анданга. Но в прошлой игре Бристлбэк не законтрил Анданга. Ну тогда просто надо брать то же, что было в прошлой игре. Вариант Скинга. Вариант Скинг там нормально стоял против Бриста. Ну вот вообще не получилось у Бриста законтрить Анданга. Я даже не знаю почему. Ну, потому что, наверное, Анданг... Ну да, вот видите, пик абсолютно точно такой же, как и был в прошлой игре. Брист в сложную, вайпер в мид. Или как? Или... Или Тайдхантер в мид, а вайпер типа Кэрри с Гузманом и Энигма в лесах. И Энигма в лесах. Ну, мы это узнаем буквально там через несколько секунд. Команда Easy War забрала уже всех своих героев, потому что знают они, кто на ком играет. Но абсолютно такой же пик, как и в прошлой игре. Посмотрим, насколько он будет хорош в этой. У соперников из прошлой игры был немножко другой пик. Немножко другой пик, но Бристлбэк там был. Бристлбэк там был. Там был Дизраптор еще. О, не Дизраптор, а Шэдоу Демон. Потому что у него Дизрапшн есть. Шэдоу Демон, в принципе... В принципе, посмотрим. Будем посмотреть. Будем посмотреть. Оптимус Прайм вот так вот. Будет он трансформироваться в Вайпера Саппорта. И этот Вайпер Саппорт будет что-то делать. Так, игра у нас приостановлена. Потому что кто-то еще не выбрал себе героя. Ну, ладно, пока у нас игра приостановлена, мы тут тоже имеем возможность переключать худы. Так, вот так, вот так, вот что мне написали. И все. И мы вернулись. Ну, там, видимо, проверяют, ребята, какая задержка на стриме. Так, excuse me, please, на Тайдхантере играть, мы уже перешли к представлениям команд, ну, чтобы как бы долго не затягивать все это дело, правильно? Так вот, excuse me, please, на Тайдхантере будем просить извинения у... противников, когда будет давать Ravage, то Enigma. Аркмитр тоже будет просить, наверное, извинения, когда будет давать Black Hole. Ну, если хороший, конечно, это будет Black Hole. Optimus Prime на Вайпере. Еще у нас есть Абадон Гузман. Пожалуйста, такой с рогом, который торчит просто у него из шлема. А, ну и последний у нас игрок еще не подзагрузился. Но мы его дождемся. Что же касается команды EasyOdd, то тут вы все прекрасно знаете по прошлой игре. Дадаби Брюмастер, Старлорд на Веномансере, Ред Скаут на Вряскинге, Липрик на Анданге, ну и J7 Doom. Ну, пока у нас ничего не происходит, ребята, отправимся в гости мы к Рошану. Отправимся в гости к Рошану. Вот у него хвост, видите, попал, защемило кастрюлей. Кастрюлей хвост Рошану защемило. Вот так вот бывает. Слушайте, мне показалось издалека, что это как бы... А это меч или нет? А, ну да, действительно клинок. Просто тень на него падает. А, это клинок. ДМ. Что такое ДМ? Не туда. ДМ это, наверное, какой-то код, знаете, типа кодовое слово. Типа ДМ это идем пушить. Типа там ДБ это типа отступаем там и так далее. Гоу, Бристлбэк, Бамблби. Бамблби на Бристлбэке, ну посмотрим. Тут, видите, два любителя трансформеров. Нет, сек. Ну, сек так сек, хорошо. Сек так сек, руна еще никакой не появилась, потому что еще полторы минуты до начала игры. Ну, вот такие дела. Кстати, изменили уже карту, уже много всяческих, всяческих нововведений в доте. Все любители компендиума, все их, скажем так, держатели компендиумов получили возможность наблюдать за погодой, которая изменяется на карте. К сожалению, у меня погода не изменяется, но может быть это на самом деле и к лучшему. Да что такое? У нас постоянные паузы. Ну ждем, пауза так пауза. Почему бы и не подождать? Почему бы и не подождать? Так, ну вот, надеюсь, уже окончательно у нас игра возобновилась. Excuse me, please, Tidehunter. Угу. Ну что, по линиям как расходятся? Как раздаются Na'Vi и KB по линиям? И пока что Бамблби идет в центр. В сложную Тайдхантер. И такая вот... Ну, понятно, понятно. То есть, но все-таки я думал, что... А, ну, Бамблби...
Идет в центр почему? Потому что ему будет проще стоять, потому что он будет основной движущей силой, потому что он должен контрить андаенга, и ему нужны эти шипы, шипы, шипы. Ну, вот эти вот колючки, я имею в виду. Тогда ему надо побыстрее как-то раскачаться, побыстрее поднять левел, побыстрее поднять вангвард. Но здесь понятно, как бы, это трипла, она читаема. Ну, то есть дабла, да, без энигмы, которая будет лесная. Которая будет лесная. Ну хорошо, хорошо. Так, тут что же касается команды EasyO, то у них все понятно. Все понятно, Липрик вот уже ждет со Старлордом, когда же крипы эти появятся. Кстати, ждет он не просто крипов, ждет он рунки. 5 секунд осталось до руны. Тут, кстати, руны решили подзаконтролить. Вот. Странно, почему не пользуются этим команда Na'Vi и КБ, почему они не хотят руны законтролить. И вот она регенерация. Ну, может быть, стоило оставить регенерацию, может и не стоило. Вардец стыкнул Гузман, вот так вот можно подъехать сюда, без риска для себя быть словленным или заганганным. Подойти и вот отсюда поставить вардец. Вот так вот. Ну что, встретились наши крипы уже в центре. И Бристлбэк. Ну я думаю, Брюмастер постоит против Бриста, как бы все там в порядке. Все в порядке, и Бамблби тоже тут не должен испытывать каких-либо проблем. Так, ну клепни, клепни, а 100 хп, 100 хп, ну тут можно было бы, там же на первом, не, на первом левеле как раз 100 урона-то можно было бы забрать, но решил вот так вот забрать. Хорошо, ну распыляет пока колючки. Так, это вот этого, ну пока у Бамблби, конечно, дела идут чуть получше, 3 на 0, тут 1 на 0. Ну и не тратит свой магический ресурс Брюмастер, это, конечно, напрасно, надо бы ему уже тоже клапать, клапать, клапать. Ох, и критом попал на 115. Это, конечно, печально. Это не хотелось бы так вот еще раз, наверное, Бамблби попасть. Получить. Так, ну тут надо задонать крипа. Еще один удар. Ну, да, там как бы... Надо было выждать, наверное. Но пока ни разу еще не использовал свой магический этот Thunderclap. Ладно, оставим его. Посмотрим, что у нас тут сложное происходит. Сложное происходит у нас... Что? 4 уже стака силы. 910 хп. Ну тут 400, тут 416. Маловато, конечно. ХП осталось и у Вайпера, и у Гузмана. Ну, Оптимус Прайм, ладно, ладно. Но на самом деле на помощь Энигмы тут что, не приходится рассчитывать или приходится? Энигма тут со своими идолонами, ну, она пока фармит, понимаете? Она тут помогать особо не будет. Ну и Редскаут, кстати. Ну, у Редскаут опять на 4, в принципе, тоже неплохо у него там все. Третий левел он получил. Что, кстати, у Excuse Me, к нему курьер принес тут что-то ему. Ага, Рингов Базилиус. Базилиус. Базилка, хорошо, дабл дэмэдж, кстати. Дабл дэмэдж, что-то надо за контроль, дабл дэмэдж сейчас клапнет-то. А у Бамблби вот нету, конечно, уже маны, потому что активно он использовал Квиллин Спрей, но летит к нему Боттл. За добить тоже, наверное, ждет Батла, и потом пойдет руну за контролит. Или нет, или это не бутылочка. Подождите, а что курьер принес? Курьер, а, это мини-пуч, кстати, вот можете, давайте посмотрим. Этого мини-пуджа курьера, которого добавили. Ну, типа. Типа ок. Типа ок. Ну и да, доби. Ой-ой-ой, это будет. Нет, это не будет ферстбат, там под тавер идти нет смысла. Тем более, тут есть все-таки шипы. Точнее, Бристлбэк на один левел. Там, в принципе, дэмэдж там будет сокращаться. Не стоило, не стоило идти. Если бы, конечно, дабл дэмэдж был, можно было бы там рассчитывать на крит. То есть там крит вылетел на 111, да, вот учитывая, что здесь, как бы, там 6 брони. 28 сокращения урона, то есть где-то на 70 попал бы до доби, еще и с дабл дэмэджем, то тогда было бы там на 140. Ну и Бамблби пошел за руна, правильно, в принципе, делает, ну а как по-другому, как иначе. Ну и до доби здесь вынужден будет сейчас бежать, наверное, куда-то назад. И сопелька-то есть на 4-м левеле, ну правильно, правильно, чтобы как бы цеплять, чтобы замедлять. Ну, до доби тут, понятие, тоже не промах. А вообще-то на самом деле промахи у него есть. Вот Дранкин Хейс он, правда, еще не качал, но может... А хотя нет, он, наверное, будет максить Thunderclap. Так, окей, пошел в атаку, пошел в атаку. Ну, клапнуть надо. Хорошо, замедлил. Ну и сейчас просто по тавер спокойно забежит. Да, тут Бамблби... Ах, нет, Бамблби агрессивен. Бамблби хочет забрать, да, добить. Тут нет мана на еще один клап. Так, есть, хорошо, будет размениваться. Правильно, правильно, правильно. Клап, клап, забрал. First Blood еще и курьера отдал. Ай-яй-яй-яй, Бристлбэк. Бристлбэк, конечно, совершил чудовищную ошибку. Ну, но да, но бывает, бывает, что ничего уже не попишешь. Вот очень биты эти два товарища, но... Самое главное, что эти товарищи ничего не фармят. Посмотрите, сколько крипов у Вайпер. Нет, фармит Вайпер, Вайпер фармит. Гузман ему всячески помогает, нормально.
Нормально. Ну, тут есть Дикей, понимаете? У Анданга, что хорошо, что у него большой прирост к интеллекту. У него там больше 2 единиц за уровень, по-моему. Прирост, ну, там, 2 с чем-то. Мало ловкости, да, но интеллект, посмотрите, 34. Несмотря на то, что у него основные параметры сила, 28 у него. 28 это и самая сила, а интеллекта уже 34. Даже больше, чем у Веномансера. Вот так вот. Ну, наверное, исключительно по 2 им хочет Дикея давать. Но это, в принципе, правильно. Так. Бамблби тут, может быть, не стоит так подставляться. Сейчас же 6 здесь получит. Да, Брюмастер. А вот Брюмастер получил 6 левел. Так, Тай, кстати, тоже 6 получит. Ну, нормально. То есть, все-таки будут 6 левела. И так вот пока... Ну, тогда будут драться под ультами. Ну, ничего страшного. Тут же тоже будут ультимейты. Все в порядке. Брюмастер с Думом. Кстати, вот Дум на меку уже почти нафармил. Неплохо. 5 минут, почти мека. Ну, тут не 5 минут, где-то на 7 минуте будет мека. Так, решили зайти и забрать Тайдхантера. Ну, у Тайдхантера есть ревач. И Тайдхантер понял, что там по нему плачут сирени. И ушел. И ушел. Он тут постоит, да, доби. Постоит. Есть инвиз. Ну, хотя тут... Понимаете, Тайдхантер-то видел, что инвиз подобрали, поэтому не должен. А нет, выжил, ой-ой-ой, это же ошибка. Хорошо. Ну, сейчас будет ревеч, да, и сплит. Нет, не успел сплидать, но тут надо, сплит надо успеть дать стан, 2 секунды, 1 секунда, стан, гаш, получили. Ультимай, да, ну нормально, я там понимал, что погибнет в Ряскинг, но также он понимал, что он воскреснет после этого, а Тайдхантер после этого не воскрес, нет. Ну и 2-0 уже. Пока что это дабла, конечно, не настолько агрессивно, но может быть им какой-то аркан бутс надо иметь или что-то такое, чтобы Дум пришел там и все это переломил. Четвертый. Так, хорошо, надо цеплять сейчас, надо все забирать, да Гузман, это что, отлично, гель, хорошо, помазали. Так, на щиточек сбили, Старлорд бежит, Старлорд прожал там стики, проел, забрали одного. Ну и Оптимуса Прайм, это надо, ай-яй-яй, еще одна тычка, но очень заметил Оптимус Прайм, просто за ним, сколько там уже за ним, еще идут Пледжи Варт, Оптимус Прайм, мне кажется, что его отсюда не отпустят уже, тут, правда, нет маны на Дикея, нет, уже есть маны, Дикея стики прожал, заметил, хорошо, сейчас же Дикея, два по двоим, и стан, Меледик. Нет, Меледик, какой Меледик, что же... Мелифайс. Так. Да, забрал. Ну, Энигма попробует догнать. Надо подлечить себя, а крипам будет отдаваться. Ну, это отличное решение. Вот так вот. Может быть, еще закупиться перед смертью стоило. Ну, там, наверное, уже не хватило контроля. Или не знал, что покупать. Не помнил. Забыл дабл демо, кстати. Брюмастер дабл демо джем бегает. Но 4 на 1. Тут Бамблби не стоит, наверное, подставляться. Потому что сейчас клэп и все. И тогда минус Бамблби. Понимаете? Минус Бамблби. Ред Скаут тем временем ничего. 1200 у него. Но он хочет Блиндагер. Это понятно. Понятно, что нужен ему Блиндагер. Хорошо. Тут, может быть, размениваться и не стоит. Excuse me, please. А, excuse me, please, кстати, без Блинкдаггера он будет выходить в Меказм, который уже есть на 7-й минуте на Думе. Ну, понятно, что 75 монет, это потому что к нему Меказм уже летит. А один пока Липрик здесь отбивается от двоих, потому что саппорты к нему спешат на помощь. Ну, и тут Дадаби тоже может, в принципе, пойти подраться, у него есть ультимейт, он может сразу же сплит сделать, сразу же с ультимейта зайти. И вот, наверное, будет заходить вот через ступеньки, вот так вот, как-то сюда. Ага, правильно, да, так вот, по большому, в обход. А, нет, вард поставил, хорошо, вард тут никому не видит. Слушайте, а тут пока что двоих-то гоняет Липрик, боже мой, сейчас, окей, подлечил, ой, что делать, развлекает, просто двоих забрал, он дает, тут Абадона тоже забрал. Двоих забрал, помазал гелем, тут Аркмитра, Старлорд помазал гелем, там варды ставят, Аркмитр, да, очень он замедлен, но тут не хватает Брюмастера. Где, кстати, Брюмастер? Почему вообще его здесь нет? Я же думал, что Брюмастер там куда-то пойдет как-то, а Брюмастер решил выйти на Excuse Me Please, ну не самое, наверное, лучшее решение. Там попинговали, что Бамблби идет за тобой, Бамблби, Старлорд, аккуратно. Окей, ладно, ну 6-2, кстати, 6-2, вот что у нас там с графиками, ну вот так вот захватили лидерство EZO, и пока его пытаются реализовать. Тут еще минута целая до перезарядки ультимейта на Вряскинге, поэтому, может быть, надо отойти. Ну, воссоединилась дабла, тут, правда, Бамблби, так, хорошо, сразу же его замедлили,
Все прекрасно. Ну и Липрик отсюда спокойненько уйдет по тавер. Да, у него 270 мув спина, но это не страшно, потому что тут и Сталрул говорит, да я сейчас тебя, да я тебе Бамблби, да. Да ну Бамблби, ну-ка, давай посражаемся, да, мы с тобой. Сейчас мы посмотрим, слушайте, ну, вот в этой ситуации туда Липрик ошибся, так тамбу поставил, хорошо. А, потому что надо было ему быстрее подходить. Энигма, нету блэкхола, ультимейт, потому что Липрик пошел просто в атаку, во все, так, хорошо. Ну, под тамбой будет драться, ну так давайте, встречает двоих, так, хорошо, Дикей дал. Ультимейт раскатал, Сталрул, отлично, сплит сразу же, блэкхол, хорошо, блэкхол. Ну, пока только Веномастер разобрать, тут Липрик, просто Липрик сейчас же всех убьет, и Энигма там тоже минус, и Гузман, да, живет он, но Гузман погибает. Минус 4, друзья мои. Вот так вот как-то все неожиданно случилось. Ну как неожиданно? Все было на самом деле ожидаемо, да. Black Hole там хорошо вошел. Вот если бы там еще был Tidehunter, который бы там после Black Hole и Ravage-то дал на эту всю толпу. Тут не рисует почему-то. Ну, рисует, точнее, ну черно не видно. Короче, дал бы, тогда было бы хорошо. Так что, сколько километров ты на хосте пробежал до Доби? Ой-ой, Тайда, тут дом в лицо Тайдхантеру, сразу же сейф ТП летят, тут есть уже ультимейтов, и... Ну, да, ладно. Ну, может быть, не отпустят здесь Редскаута, но опять-таки... А, Блинкдагер, пожалуйста. Ну, вот надо, чтобы, может быть, сопля это какой-то там, не знаю, один урон она наносила, что все-таки сбивала Блинкдагер, не совсем это честно. Ну, хотя у Брисселбека есть другой спел, который сбивает Блинкдагер, поэтому... Но на сопле бы, наверное, тоже было бы интереснее, если бы эта вот козявочка на солгу. Если бы так. Вот здесь вот Брюмастер, хорошо, вышел танковать. Ну, правильно, вышел танковать. Хорошо, Ревач прожали. Но тут, смотрите, какие же они все плотные. Это сейчас Скаута забьют, совсем вот замедленно-то. И посмотрите, да. 100 мув спид. Это бей, тут будет до конца. Сейчас Стики сейчас прожмет. Есть у него Стики, прилетел, что Липрик. Ну, что ж ты Стики не прожал-то? Ой, ты да, вот Тики не прожал, ой, ты да, так, хорошо, забрали, тут Тайдхантера, наверное, тоже не отпустят, Тайдхантер, там, за ним бегут все эти, там, кто, зомби, бежит, зомби, просто разъяренный зомби, говорит, я тебя заберу, да, кстати, забрал там Данга, наконец-то, Бамблби, но, тем самым подарил больше денег Редскауту, я так понимаю, трипл килл сделал Бристлбэк, да, он сделал трипл килл, там, так и есть. Стики не прожал. 10 стиков, ну там даже больше уже было, 13. Ну, когда я посмотрел на стики, их было 10, понимаете? 10 стиков это 150 хп. 150 хп, конечно, это... Ну, там бы выжил просто на 150 хп, вышел бы там, убежал бы там как-то, я не знаю... Понятно, что Бристлбэк бы потом Квиллин Спреем бы там мог бы там два Квиллин Спрея дать, да и заколоть бы, но это если бы подставлялся. Окей, Оптимус Прайм. Ну, Оптимус Прайм, поскольку Ноша... да, тут, кстати, происходят вот такие события. Ноша по, собственно, разработке, по покупке для команды Мекки легла на плечи Тайдхантера, то наконец-то мы увидим Вайпера, который будет Кэрри Вайпер, без всяких там Мек, но, наверное, Аганим будет собирать. Все-таки не увидим мы нормального Вайпера, ну ладно. Честно говоря, по такой игре, учитывая, что у Вайпера 40 крипов да, убито 0 за Денайна, то не увидим мы нормального Вайпера, сразу же Дум в Абадона, ну естественно, ну тут, конечно... Дум даже замедлением-то на хосте бежит очень быстро. Так, ой-ой-ой, и стан-то дал, в общем-то, потому что купил, точнее, съел нормального крипа, только этого надо было. Тут Блинкдагер 2 секунды, 1 секунда, ну просто прогнали. Прогнали всех отсюда, и окей. Ну, Тавр, конечно, что, может быть, Бамблби и заберет, но это будет все не так уж и, в общем-то, важно. Excuse me, please. Мека, да, есть Мека. Ура. Тут просто не хотят тавр отпускать-то, просто так, ну, правда, ультимейта нет, надо добить. Так, и не говорит, а у меня есть блэкхол, у меня нет Блинкдагера, вот она печаль. Так, хорошо, ну, сразу же тамбу поставили, типа, ну, давайте под тамбой. Готовы драться? Не готовы, по всей видимости, поэтому отступают. Ну, Бамблби, в принципе, есть. А он собирает, наверное, какой-то башер. Ну, видимо, так.
Хорошо. Ну тамба сейчас скоро закончится. Тут на самом деле надо, может быть, и отступить. Хорошо, 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 хорошо. Прыгнул, да добей. Отлично. Тут Энигма сейчас. Энигма, я тут дать блэкхол, 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 блэкхол по твоим. И Ревач, не вовремя, Ревач. Нет, на самом деле вовремя. Ну, сразу же всех уже разбили. Липрик забрал одного. Там Старлорд раскастовал ультимейт. Но я думал просто, что дадут... что Тайдхантер, Ревач даст после блэкхола, но... Ну, вот так вот забрали четверых. Ну что, огрызаются Нави, молодцы, в принципе. А, и, ну, проблема в том, что ультимейты долгие в кулдауне. Вот это, конечно, очень большая проблема. Это просто огромная проблема. Ну, тут Дадаби бежит, спасается от Бамблби, но на самом деле не вижу причин этого делать. Можно и посражаться. Кстати, можно купить Баштер. 1000 рецепт стоит, и там еще... 450 Belt of Strength. Undying вот купил такую штуку, Hood of Defense. Ну, да, пайп тут пригодится, от Ravage как минимум спасет. Ну, от демеджа Ravage, вот так вот. Ну, конечно, это был полный провал обороны команды EZO. Ну, все прекрасно видели, что Enigma подходила вот сюда. И здесь все стояли. Все стояли и ждали, когда Enigma подойдет и зацепит Black Hole. Она, правда, двоих зацепила, но неважно, там, или троих, ну, короче, зацепила хорошо. Тут можно было просто отойти назад, отступить. Чего же вы ждали-то? У них бы не было блинк-даггера. Просто отступать назад, варды ставил бы Виномансер, вот так вот, варды бы ставил, просто бы всех замедлял и не догнали бы. Ну, решили подраться, но там были ультимейты. Ну, окей. Без ультимейтов драться не будут Нави и КБ. Это понятно. Ну и Doom. Doom тоже нужен блинк-даггер, чтобы он вырывался и давал в тайда или там в кого-то. Ну, в тайда, тогда в данном случае в тайда, потому что на нем мека. В мека-держателя надо Doom давать. Вот так вот. Ну, рисуют такой хитрый план, Виномансер, что типа заходим так, но можно было и по центру пойти. А, они хотят обойти, вот типа вот так вот зайти. Или нет, или пойти на этот. Ну, а тут же крипов-то нет, куда же вы пойдете-то? А, просто в чужом лесу будут ждать. Но, кстати, это вариант, потому что тут можно, например, Энигму дождаться, а на ней уже есть блиндагер. Так, хорошо, зацепили Гузмана, да, на нем ультимат сработает, но его никуда не отпустят отсюда. Замедлили его, тамбу поставили, тут хорошо будут драться, но нет же ультимата, сразу же в Бамблби ультимат, пускай оставали, Гузман погиб, хорошо, стан, в excuse me, Мека, где, Мека уже прожимал, excuse me, сейчас, наверное, погибнет, только не справим, тоже там раскасывал ультимейт Виномастер, но как-то, по-моему, не очень хорошо попал им, но это не важно, потому что тут просто зарубил, ну и сразу же говорят, go tower, пока есть возможность, пока там осталась одна Энигма, ну давайте еще раз графики глянем, ну вот, был переворот, но опять, в общем-то, переворот перевернули. Тавро, кстати, вот здесь вот Тавро-то стоят. А этот совсем-совсем стоит. Ну вот вы решили прийти и забрать, естественно, еле-еле дышащую вышку. Тут 300 хп у нее осталось, понимаете, тут еще и на хосте. Так, а ты сколько на хосте-то километров набегал-то, Red Scout? Он, наверное, нисколько не набегал, потому что хосту не берет. Дадаби она важнее, тем более у него есть бутылочка. Ну что, тайминги там есть? Ну, в принципе, да, тайминги есть. Уже понятно, что там есть и Ravage, и Black Hole тоже есть. А в Redskin, кстати... А, в Redskin там что, без ультимейта был в том сражении? Странно. Ну, видимо, да, раз он не воскрес и не продолжил сражение. А, ну что, его-то не жалко, его можно вперед отправлять. Пусть там в него Black Hole, в него там Ravage дает. Может, еще Undying к нему в компанию, чтобы, знаете, ну, а в одного Ravage-то и Black Hole давать не очень хочется, ну, а, типа, два хотя бы. А ушли, решили, что не-не-не-не, мы не хотим. Драться не хотим. Ну, может быть, тогда смотрите, какой план. Дадаби нужен... Не так. Undying нужен Aegis, Дадаби сделает сплит, а Red Scout перевозродится. Ну, возродится. То есть, вот так вот можно подраться. Но Doom не возродится. Ну тогда... А, у Doom есть уже блиндаггер. Ну тогда, в общем-то, большинство проблем решено. Самое главное, запрыгнуть, дать стан. Запрыгнуть, дать стан в excuse me и сразу же на него Doom положить. Ага, ну, естественно, под смоком заходит на Рошана. Тут Undying проверяет, где кто есть. Кстати, варды-то стоят от Na'Vi и КБ, но, естественно, они этого всего не видят. Ну что, увидели, сейчас увидели, где находится Na'Vi и КБ, а вот Na'Vi и Киби, они на самом деле не видят, где находится EZO, а EZO Undying'у, Липрику, прилетел вот такой вот замечательный артефактик, Pipe of Insight.
Ну и Рошанчик падает. Ну я ж не думаю, что в Рескингу-то отдадут Аегис. Слушайте, он освободил что-то под Аегис. Ну это просто, ну я не знаю. Ну зачем тебе Аегис? У тебя и так есть. Что ты будешь один делать? Хорошо, хорошо, все, увидели, увидели. Сейчас поняли, что надо прыгать. Дом сразу цепляет, дом, хорошо. Дом Ревен не успел дать. Дом дал поздно. Хороший Black Hole, ну троих даже примерно там схватил этот Black Hole, но... Но, в Думе продолжал Тайдхантер бегать, Мегу прожать не мог, понимаете, ну, тут надо было чуть раньше давать Дум, так это застеснялся, что ли, дать сразу же в него Дум. Но, тем не менее, так, хорошо, Бамблби остался здесь один, Тайд выкупился, и что? И тут Оптимус Прайм будет пытаться сделать ТП-аут, и успеет или нет? И успел, успел, молодец. Так вот, а что, не было, что стан не хотел давать или не было стана? Так, прыгнул, ну, удай же ты стан, а не достает, не достает. Дадоби, Дадоби. Так, хорошо. Пивка как-то непонятно, в общем, что все прошло. Ну, 3 в 3 по итогу разменялись. Но, правда, еще был боебэк от Тайдхантера. А, и где тут? Ну, здесь в Риаскинг изначально тратит свой ультимейт, а потом Аегис. Рисует там Андайн, что, ребятушки, go Last Tower. Забираем. Забираем Last Tower. У меня 1000 хп есть. Можно и подзабрать. Ну да, Дангу бы, конечно, то, что на ХП еще приобрести. Потому что у него, понимаете, маны больше, чем ХП. Ну, 1005. Так, 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 так. Сейчас будет тамба. Хорошо, стал. Редскаут, хорошо. Энигма, Энигма-то уже ничего не нету. Тут сразу же пошло сражение-то. Окей, Редскаут бьет, сражается он с Оптимусом Праймом. Тут экскьюз, не сражается с Джейсом. Всем тут просто каждый выбрал себе оппонента и сражается с кем он хочет. Бамблби бежит, спасается отсюда Гузман. Ну, как же долго сражаться, забрали, наконец-то, Дума, вот он, Редскаут возродился снова, а Егис у него уже выбили. Так, хорошо, да доби, Энигма стан, ну да клепнуть или пивка-то набросить кого-то, а тут не может ничего Редскаут один делать. Виномастер поздновато пришел, гелем помазал. Ну, не было здесь, конечно, Виномастера в сражении, вот это была, конечно, проблема, и ультимейта у него не было. Ну, это будет минус 5, я считаю. Это будет минус 5. Как-то не очень удачно подрались, и 21 на 17. Минус 5, да. Вот такие дела. И это без ультимейтов на самом-то деле. Без ультимейтов. Вот так вот. Вот как бывает. Без ультимейтов, да и подрались. Ну... Ну такое. Ну да добита, мне кажется, пивка-то не давал. Ну хотя там и без пивка, в принципе, это Бристл Бэк-то шипами. Тайдхантер Энкер Смэшем там все раздавал. Непонятно, как так все пошло. Но как пошло, так пошло. Но тут уже готовы дефить. Сейчас, конечно, так, тамбу поставил и пошел в атаку. Только, сука, зомби сразу же появилось. Тут просто много было и нигменят этих всяческих. 210. Ну, критует, конечно, слабовато. Брюмастер, ну, у него двойной крит. Да, как у Джиггернаута. Ну, просто дэмэдж. У Брюмастера 102, понимаете? Поэтому он и критует на 204. Такие пироги. Аганим, кстати, появился. Давайте посмотрим по артефактам. МКБ. Саша, МКБ против кого? А, против Брюмастера, типа, чтобы постоянно попадать. Ну, я на самом деле, ну, окей, ладно, пусть будет так. Пусть будет так у Тайдхантера. Мека Сапог, у Вайпера, видите, тут БКБ, естественно, собирается БКБ. Абадон саппортищий и Power Threads и Аганим Септер. Так, тут зацепили Бамблби, ну да, видите, вот. Да, не успел дать ревенч, он сейчас вовремя-то, вовремя, и бежит назад, и Меку-то тоже не даст, сейчас Гузмана заберут. Сан пролетел в Оптимуса Прайма, в Оптимус Прайм, щиточек на него сразу же, но он очень заметен, 113 мувспида, ну просто с таким мувспидом ты никуда не уходишь, и Гузман тоже сейчас понимает, что вся эта рава на него бросится просто вот так вот и порвет его в клочья. Да, да, уже готов давать ревенч, но в кого? А тут никого уже нет, все ушли. Все ушли. Ушли все. Все ушли. У Дума Владимир появился. Тавр остался один. Ну что, ну сейчас надо навязывать сражение, пока нет нескольких секунд. Вот 10 секунд нет Бриста, нет пока Вайпера. Надо попробовать поставить, ну попробовать забрать вышечку. Вышечку надо попробовать забрать, но не хотят. 2 секунды, 1 секунда, ну и все, отступили. Но мы не посмотрели, какие артефакты у команды... А, нет, мы смотрели, там Блиндагер на Виномастере. Ну, да, чтобы в толпу запрыгивать и давать Пойзанову.
Так, Бамблби очень быстрый. 386 му спиды на нем, ну, потому что вряд спаса. Че ты сопельки-то не даешь? Они же тоже ускоряют. Ну и дэмэджа, конечно, у него там тоже хватает, благодаря вот этому своему ультимату. Смотрите, 203 дэмэджа. Понимаете, 203. Но тут же не забывайте Манки Кинмар, который 88 к урону дает. Постоянно на 3 держится, видите, в Ряспас. Варпас, точнее, варпас на 3 постоянно. Постоянно на 3. Ну окей, сейчас сбросится. 2. Долго-долго-долго длится. Так, сколько? Максимальный множитель 6. Длительность эффекта 14. Ну нормально, нормально там, в принципе. Скиллы дешевые, 1,5 секунды кулдаун. Понимаете, тут 3 секунды. То есть очень можно быстро набрать максимальный стак из 6. И дабл демер. Кстати, да, для брюмастера. Нет, а у него уже есть одна рунка. Ну а бутылочка на ком-то есть? Тут я не вижу. Нет, больше ни у кого нет. Ну, тогда придется поменять, наверное, шило на мыло. Ну, не сказать, что совсем это шило. Мыло на шило, вот так вот. Вот. Все-таки дабл демедж-то больше шило. А регенерация больше мыла. Но тут все зависит от дума. Надо отдавать дума, чтобы он прыгал во всех и давал думу, в общем-то, в тогда. И тогда вот остальные должны подтягиваться и начинать. Прыгать, точнее, Веномансер, тоже давать там свой гель. Новую, точнее, и о. Так. И ядиком сопровождают, сопровождают вардами. То есть говорят, что мы здесь. Вот, мы здесь следим за вами. Мы следим за вами. Так, хорошо. Бамблби забрал. 14 меток получил. Ну, одного бы кого-то, вот был бы здесь Фурион в команде, было бы, конечно, хорошо. Так бы Фурион там забрал бы еще пару вышек. 24 на 18. Ну, графики, да, графики такие, на самом деле. Уверенно, ни о чем не говорящий, я бы и так сказал. Так, все разлетелись. Ну, ага, тут решил запулить или что, или нет. Еще одна руна. Так, Энигма подобрала руну. А, решили забрать Т1. Ну, правильно, 300 тоже 91 хп. Практически сколько было на этом тавре. Абадон сам отбивается. Но без Абадона-то можно пойти. Кстати, разделилась команда. Тут фортификацию для чего дают? Для того, чтобы засейвить. Да, для того, чтобы навязать сражение. Так, прыгай. Бриндагер, Джейс, прыгнул. Хорошо, стан дал. Вайпер, отлично. Тут надо сейчас будет травить. Сейчас будет травить. Блэкхол. Ну, двоих. Хорошо, Редскаут. Сейчас же он там возродится. Тут сплит успели дать. Ну, вот так вот потратили. В никуда получается. Нужные герои пошли вперед. Нужные отдались, и все остальные просто погибают. Да стан, в общем, заправил стан, и тут не хватило стана, ну просто хватило. Просто хватило урона с руки. Ну и трипл килл. Ультра килл, Веномансер. Ультра килл, Веномансер. Ну, новая гель, в общем-то. Вот такое. Ну да, 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 говорят, гоу пуш, а что остается-то? Остался здесь один Гузман, но... Гузман, по сути, тут ничего не сделает. И даже в этом сражении он бы ничего не сделал. Подставились самые нужные товарищи. Один, который просто воскрес после того, как его Black Hole и Ravage сожрал. А второй, чуть больше у него было хп. И он просто сделал сплит, примал сплит. 1600 хп, а здесь 1700. На самом деле не так уж и много хп. Брони 6 плюс 5, тут 10 плюс... А, ну тут больше брони. Но тут, наверное, просто били в Ряскинга. Ну еще, понимаете, проблема-то. В Ряскинга зацепили, его убили, а сами потом сразу же замедлились. А вкупе с замедлением там от тамбы, от яда... Это, короче, там просто все стояли на месте. На самом деле там нельзя бежать, там просто надо драться или все. Потому что бежишь, получаешь. Дерешься, хоть какой-то шанс имеешь. Так, там что? Там, знаешь, ультимейтов нет, и просто пользуются этим. Так, вот так вот. Хорошо, Дикей набросил, да, и тамбу сразу же поставил. Бамблби заходит, но он рискует сейчас дум получить в лицо. Тут, наконец, ему сразу же БКБ прожимает редскаут. Что? Тут Энигма ничего не может сделать. Бамблби, ну, Бамблби нормально, он что-то танкует, хорошо бьет. Липрик, Дикей дал. Ой-ой-ой, Липрик это забрали. И убегают все отсюда, разбегаются. Ну, видите... Бамблби там дэмэджа вносит порядочно. 278 плюс 111. Так, не отпустят отсюда, не отпустят. Тут 7 секунд надо прожить. 6 секунд. Так, замедлил. 4 секунды, 3 секунды. Пожалуйста, стики, не успел. Трипл килл для Бриста. Да. Дума не было. Не было дума. И вот так вот отбились. 22 на 28. Но тавер разрушила вышка. Катапульта разрушила. Слушайте, как это так интересно получается. С ультиметами дерутся. Изи, о, вот когда у Нави есть, и точнее Нави дерутся, да, они не могут победить, а без ультиметов они побеждают. Странно это очень.
Странно это очень. Ну, там опять, понимаете, оставили Бриста, который уже довольно-таки немало дэмэджа вносит. Постоянно бегает, плюется, пассивно этот дэмэдж свой наносит этими колючками, да, и еще и там ручка эта тыкает, понимаете, на 400 урона. Это очень даже неплохо. 320 сейчас, да, когда 6 стаков тут, пожалуйста. Пожалуйста, сколько? Ну, короче, нормально, там плюс 208, плюс 270 было, тут еще 118, как раз 400 урона. То есть еще и БКБ хочет себе собрать. Ну, окей. Нужная, в принципе, штука это БКБ, Липрик. Дружище. А, ну, дизарм собирает. Ну, правильно, как бы дизарм нужен. Еще и Рошан там есть. Гузман. На хосте. Кто бежит? Но на этот раз хоста досталась Red Scout. Он очень хотел эту хосту забрать себе. А, потому что продал Брюмастер бутылочку, купил себе Обливион Став. Окей, а что вот этот Хантер? Ну, какой-то бы рефрешер бы ему что-то, или Шиву. БКБ появилась на Бресте. Смог, хорошо, ну. Смог. Смог. И пошли, и пошли. Сейчас, кстати, встретится где-то вот здесь вот команды. Зомби стоит в смоке. Зомби тут... Так, сейчас с него спадет... Так, спало. Спал смог. Спал смог. Что ты спишь-то? Смог, спал. Беги. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Зомби отдается. И все уходят отсюда. Все отсюда уходят. И блинки. Блинки все дают. Ой, блин... Ах, слушайте, все на блинках ушли. Вот так вот. Все ушли на блиндаггерах. Ну, тут сейчас попробуют Нави забрать Рошана. И, может быть, им в спину зайти. Но опять надо, чтобы запрыгивал тут Red Scout туда, всех бил. Пусть бы его ультимейт там срабатывал. Ну, ждут зомби, конечно. Без зомби драться не хотят, поэтому отдадут просто Рошана. А Егис отдадут. Да, вот не знаю, потерянно выглядит сейчас Изио. И еще и Брист получил себе этот самый Егис. Вот это, конечно, проблема. Ну, я не понял, что зомби, в общем-то, тут тупил на самом-то деле. Спал же, смог себя. Не ясно, что типа надо делать ноги. Похоже, было не ясно. Ну, и игра у нас выравнивается. Разница в золоте уже незначительна. Разница в опыте, она уже даже перешла на сторону команды Na'Vi. И вот теперь задача команды EZO как-то дефа попробовать что-то сделать. Защититься. Ну, Виномансер 13-го левела. Конечно, хочется ему 16-й получить. Он там говорит, не зря ж я сделал-то ультра-килл. Не зря, зомби, смог. Так, курьер. Ну, в курьере хотят, из курьера смог активировать, может быть. Так, окей, дикей дал, соплю получил. Ну, и что делать? Что делать? Да, добить Ring of Health. Так, хорошо. Ring of Health, пусть будет Ring of Health. Ну, это рефрешер тогда, получается. Это я рефрешер. Ну, почему нет? Почему бы и нет? Ну, Тавара дали, да, просто остальные выжили. Хорошо, ну, тут самое главное сейчас какую-то сторону, может быть, эту забрать. Ну, господам из Na'Vi и Киви тоже надо что-то делать, потому что у них на самом деле дамажит только один товарищ. Вот он, Бамблби. И если как-то его зафокусят, то просто все. То это будет конец. Дум, Шивас Гвар, тут еще на самом деле до него 1500, ну где-то 1500, давайте посмотрим, сколько на самом деле до Шивы, 2700 и 600, то есть 3300, а тут 1400, то есть чуть больше даже, 2000 на самом деле, 1900, 1800. Ну да, короче, 1900. Окей, последний тавар на нижней линии. Вот он, и тавар довольно-таки битый. Половина хп у него имеется. Ну попробуй, что ли, его задефить или как? Я, честно говоря, не понимаю. Но тут тоже, понимаете, Na'Vi правильно делает. Они пускают вперед Бамблби, и Бамблби танкует. У него есть Аегис, у него, в принципе, есть Брист вот от бэк. И вот так вот тавар просто-напросто аннигилирует. Ну, там дэмэджа торба просто. Дэмэджа столько много. Ужас, столько много дэмэджа. И... улетает, чтобы дефить наверх сюда. Excuse me. Ну вот что, без одного-то видели, видят, что excuse me здесь нет, тогда можно... Ну видите, не реагирует команда. Плохо сейчас у EZO, в общем-то, с импровизацией.
должны были увидеть, ну точнее увидели, что Тайт ушел, и надо было сразу же попробовать ворваться туда, что-то сделать. Ну, может быть, растянуты были, далеко были. Ну и вот он Бристлбэк, у которого уже 3700, понимаете, имеется. Он, правда, через 3 минуты пробьет у него лема. Он какой-то... А что он будет? Все-таки... Ага, Ривер продал. Ну, он просто Сашу собрал. Может быть, ее все-таки превратить во что-то? Там, в дизарм в какой-то. Все равно ману девать некуда. Не, хотя на самом деле ману всегда есть куда девать. Квиллинспрей это всегда нужен. Но все равно, мне кажется, что стоило бы как-то проапгрейдить эту Сашу. Чтобы она не была такая. Ну, на самом деле, тут вот пока дойдет сюда. До, в общем-то, где тут... До магазинчика, в котором продается этот самый талисман у Вейджи. Я думаю, 800 монет налегке может нафармить. Особенно, если остальная команда чуть-чуть уступит фарм. Ну, типа, скажет Бамблби. Ребят, дайте дофармить, там не хватает до артефакта. На самом деле, 700 монет. Ну, нет. 500 монет. Так, вайпер. Вайпер. Ну, пока вайпер 200. Пока гоним, пока ПТ, пока Угерклаб, пока ничего. Последняя вышка осталась, естественно, у команды EZO. И вот иллюзия. Ну, может быть, на иллюзии развести. На иллюзии как-то попробовать развести. Что, будут ее дефить или не будут ее дефить? Не ясно. Зоем, может быть, тамбу где-то здесь вот спрятать в кустах. Так, варды. Нападать. Ну такие разделились, видите, Нави и так и пошли вперед. Бамблби пошел вперед, хорошо, в Резкинг. А там со спины-то напал, посмотрите, что делает-то, да, добей. Это Дум-то, Дум в кого дал? Дум дал, наверное, в Сайдхантера, да, в Сайдхантера, естественно, дал Дум сражаться здесь. Ну хорошо, хороший Блэк Олд, все его еще в него заходят-то. Бамблби тут получает очень больно-то, очень сильно получает. Сейчас собьют с него Эгги, собьют, обязательно собьют. Собьют, драмыч наконец-то прожал, но это поздновато уже, потому что все битые. Круто забил Виномансера Оптимус Прайм, но сам тоже погиб. И тут Excuse Me Police тоже погибает. Там минус 3, тут прыгает, тут остался Гузман-то остался. Но Гузман тоже сейчас погибнет, да доби, будет пытаться как-то все и выйдет. Пивка дай, пивка в лицо дай! А, нельзя, потому что все равно Монтгиба работает-то. Но уйдет отсюда доби, а Редскаут, боже мой, как же он сейчас погибнет-то? Нет, успел на последней тычке стал, да, ти. И минус 5, 5 в 2. Ну, потери, конечно, не очень сильные у команды EZO, но битва далась сложно. Но хорошие, вы видели, как же позиционно круто сыграли. Зашли вот отсюда два игрока. Doom зашел вместе с Брюмастером, и Doom дал, собственно, Doom в Тайдхантера. Вот так вот. Ну, а здесь пока вытянули на себя Бристлбека, который, вообще-то, погнался. Ну, хорошо, но вот сейчас фантазия, плюсик ставим за фантазию. Это... Получился могильный такой крест. Вот, теперь плюсик. Ладно, ну проблема в чем? Проблема в том, что сражались вот здесь, вот под своей вышкой. И за то время, пока все воскресли, успели дойти только лишь до сюда. Dire's Bottom Tower has fallen. Ага, тут телега сделала свое черное дело и забрала вышку. Ну все, вышек уже не осталось у Нави. И KB, тем более, что даже Т3 товара тут некоторые совсем-совсем плохо у них. Ну, у этого вообще плохо, тут его просто попросту нету. У этого 600 хп почти. Но этот, правда, целый целехоник, потому что только что забрали вот этот вот. И рефрешер. Ну и наконец-то алебарда. Наконец-то алебарда. В кого алебарду давать? Ну, естественно, в Рескинга. Тут больше дэмэдж никто не вносит. Правда, Вряскинг такой не очень активный дэмэдж. Ай-яй-яй, подставился, это Оптимус Прайм. Что ж такое, это Оптимус Прайм, как же это так? Пытался тамба пошла, и тут еще все-то сюда влетает. Ой, зря навязывают. Ну нельзя, Нави сейчас было сражаться-то. Ну навязывают им сражение, потому что всех уже цепляют. Сейчас еще и Дум-то в кого-то дадут. Дум в Бамблби дали, и тут Веном. Ну, Веномансер-то раскастовал свою новую. Ну все, там 5 минус все. Ну и это конец. Это будет конец, честно говоря. Вайпер, правда, выкупается, но... Давайте байбеки, но состояние выкупа Бристлбека заставляет желать оставляет желать лучшего. Так, вот Рескаут ультимейт получил, да, все прекрасно, он очень сильно замедлен, тут есть рефрешер, понимаете, есть уже и он прожат. И ну, надо сейчас прыгнуть, дать клап, а, не может, ну, вот, так, стан, Гузман, стан, тут скаут, говорит, я не боюсь, у меня ребра, дикей, хорошо, стан сейчас пойдет, так, прыжочек, так, клэп, хорошо, и Гузман погибает. Ну что, тут пока сражались с одной стороной, Doom забрал с Виномастером вторую сторону. Ну, нет, не забрал. Ну, почти забрал. Тут
Опа, сплит! Опа, сплит! Стан полетел, Оптимус Прайм! Ну, видите, этот Оптимус Прайм, это совсем не керри. Он ничего не может сделать, он дэмэджа вносить не может. Ну, хотя, да, конечно, против этой троицы бравых типов, на самом деле, мало кто что сможет сделать. Меку прожали и бежит дальше Red Scout. Ну, почему бежит дальше? Да потому что у него 10 секунд, на самом деле, вот. Ну, 10-15, хорошо, до того, как его ультимейт перезарядится. А скорость атаки уже довольно немаленькая. Ох, Рэвидж, хороший, давай, Блэк Хоул во всех, Блэк Хоул, хорошо. Но не успел перезарядиться до ультимейта у Врескинга. Липрик там единственный, который выжил, но не выжил. Ну и минус 4 сделали, минус 4. Старлорд сюда уходит, да, но проблема в том, что тут просто минус 2 стороны уже. Минус 2 стороны. Минус две стороны, и Аганим наконец-то на Миномастере. Но это теперь, это, конечно, будет печалька. Печалька. Радиус, урон 58. Да, а со скипетром, кулдаун со скипетром 120, длительность со скипетром 15 секунд. Ну, да, урон со скипетром 81, понимаете, вот так вот. А если бы был урон 108, если бы 16 левел был Виномастера, то длительность 16 секунд, то есть 1600 урона наносит. 1600, даже чуть больше. 1600 плюс 8 на 16, вот так вот. Ну, то есть 1700, грубо говоря. 6848, 8728, как-то так, 48, ну что-то такое. И Думс Шива, вот так. Короче, на самом деле, оказывается, у Виномастера самый большой магический дэмэдж. Я думал, узкая мага, у него там 1400. Но нет, у Виномантера. Но, правда, это периодический урон. То есть на протяжении 16 секунд он наносится. Ну, или на самом деле у Дума. У Дума вообще урон можно бесконечно наноситься, если там рядом бежать с типом, да. То есть, как бы, ну, например, там Пуч, который там всех просто ел, и у него там, типа... Не, хотя Пуч не самый лучший вариант. Потому что если Пуч всех ел, он потом и с руки, на самом деле, этому Думу раздаст. Ну, короче, сколько бы хп не было, если Дум просто будет постоянно бежать рядом с вами, то он вас, в конце концов, убьет этим Думом. При условии, что у него есть культ. Погоним. Да, ну что тут? А, тут последняя сторона осталась. Тут надо просто ее подзабрать. Кстати, казарма магов-то битая очень сильно. 447 хп у нее осталось. Ну и выходят, да, выходят. Выходят, нужно финальная, последняя атака, я не знаю, Дум, да, держится сзади, но на самом деле, может быть, ему спереди где-то держаться. Но сейчас время придумать команды Нави, и вот сейчас правильно, сейчас разделились, смотри, смог, прожали и бегут назад. Ай-яй-яй, запрыгнул, сейчас будут цеплять-то стан, дали! Надо сражаться, Рэвидж, есть! Рэвидж плохой, тут БКБ, Блэк Холл тоже плохой! Ой, плохой Блэк Холл, но Блэк Холл, заходит еще Лепринг Блэк Холл, что ты сам зашел Блэк Холл, Дум пытается спастись Мекку, пожалуйста, убрал, все, прожал Дум! Но и Старлорд тоже все прожал, и просто excuse me please, бежит отсюда, пытается спастись, Бамблби тоже пытается, Дума только одного забрали, excuse me please! Погиб, трипл килл для Undying'а, вот на ГС, время Undying'а, наступил, сейчас будет ультракилл для Undying'а, нет, не будет ультракилл для Undying'а, нет ультракилл! Ультракилл Undying, вот так вот, ультракилл Undying и минус 5. Но это мега крипы, друзья мои, мега крипы. Но этот матч был поинтереснее, чем прошлый матч. Тут был совсем в одни ворота, а здесь у нас были такие перевороты. Перевороты, видите, это на графиках тоже отображается. Но довольно бодренькая такая дота. Этот Бристлбэк был получше, чем Бристлбэк из прошлой игры. Но вот не хватило навики кого? Не хватило Кэрри. Кэрри не хватило. И этот вот Вайпер, который сагонил, который просто с говном на самом деле, друзья мои, ну это не тот Кэрри, который вы на самом деле хотели бы видеть. Вот так вот. Ну что? Не получилось законтрить? Не получилось. Но могли, старались, попытались, но не получилось. Вот так вот бывает. Вот так вот бывает. А мы, ребят, с вами уходим на небольшую паузу, и после нее мы дальше вернемся. Дальше ворвемся и посмотрим, как же эта стратегия будет работать с другими командами. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.